Привет, друзья, с вами Здравый Малый, и мы находимся в Щепикинском районе, поселок Титовка, где сегодня, 19 августа 2017 года, проходит White Motion, фестиваль крутых кастомных автомобилей. Under your wings, I couldn't tell the mess we were in before we leave tonight. Это уже у нас четвертый фестиваль. И планируем мы сделать еще больше фестивалей, потому что людям это интересно. Хоть многие говорят, как это можно ездить низко, но это хобби, это душа, как бы это не просто машина, это проект. Вкладываешь все туда. Порядка 15% автомобилей, которые именно с города Белгорода. Все остальные участники – это приезжие ребята из разных регионов России. У нас так говорят, что если с 2 метра тачка классно смотрится, значит нормально. Мы сами вообще начинали ездить по таким же фестивалям 5 лет назад. Просто мы катались, нам было интересно. И подумали, почему бы нам не сделать свой фестиваль. Сделали 4 года назад, приехало 70 машин. Неплохо.